Отопительный сезон в Одессе начнется, согласно распоряжению Одесского городского головы, 26 октября текущего года. Абсолютно все котельные города полностью готовы к началу отопительного сезона, введены в эксплуатацию, получены все акты и технические согласования, которые необходимы, поэтому мы с уверенностью констатируем, что отопительный сезон начнется по графику и в соответствии со всеми правилами и нормами. В течение какого срока можно будет полностью охватить весь город? Если мы говорим о центральной исторической части города, то полный запуск системы занимает порядка 2 недель. Если речь идет о спальных районах нашего города, то примерно так же неделя, дней 10, ну, немного меньше. Больницы, школы и детские сады, сегодня их системы проверены, они готовы к запуску. Они подключаются точно так же, как и вся наша система, одновременно вместе с жилыми домами. Но, безусловно, акцент в этом году будет сделан на больнице в связи с эпидемией, которая бушует не только в Одессе, но и в стране. Ну и, безусловно, школы, сады также не будут обделены вниманием.